Здравствуйте, милые рукодельницы! С вами Маковка. И в этом обзоре мы покажем вам набор спиц от компании Knit Pro. Это набор съемных металлических спиц Nova Metal с артикулом 10604. Knit Pro позиционирует этот товар как набор для начинающих, вероятно потому, что здесь ограниченное количество спиц. Но на наш взгляд, уместнее было бы его назвать базовым. Сейчас мы подробно все посмотрим. Как вы видите, упаковка набора выглядит довольно простенько, но весьма информативно. На обложке описание на немецком языке состава набора и подробные фотографии всех частей набора. Давайте его откроем. Внутри вы найдете виниловый прозрачный органайзер с кнопочкой, в котором и хранится главное богатство – спицы. Инструкция с картинками рассказывает о том, как соединяются спицы и другие детали. Инструкция на английском и немецком языках. Сейчас, когда мы убрали часть предметов, нам лучше стало видно, что органайзер имеет несколько кармашков и отделений. Для каждой пары спиц есть свой кармашек. Это поможет хранить вам в порядке и спицы, и дополнительные элементы. Спицы изготовлены из полых латунных трубочек, никелированных сверху. Поверхность спиц гладкая и блестящая. Кончики у спиц довольно острые. Возьму моток ниток, чтобы вы смогли рассмотреть получше. Спицы короткие, 10 см, потому что леска у этих спиц съемная. В набор входит 3 пары базовых спиц диаметром 6 мм, 5 мм и 4 мм. Органайзер можно закрыть, чтобы ничего не потерялось. А вот в этих пакетиках съемная гибкая часть спиц, соединительный кабель, тросик, провод, называют ее как угодно. И вместе с каждым кабелем в наборе идут 2 пластиковые заглушки и своеобразный ключик. Вот они. Чуть позже в видео мы расскажем, как этим пользоваться. Соединительный кабель – это инновационная разработка в сфере вязания. На концах кабеля металлические наконечники с резьбой, при помощи которых этот кабель крепится к спице. Делается это очень легко и просто. Берем и закручиваем. Стыка вообще не чувствуется, и мы получаем превосходное скольжение нитки, которая ни за что не цепляется. Всего в наборе 3 комплекта кабелей и заглушек с ключами. Давайте их все достанем.
Как видим, все кабели разной длины. Вот один короче, длиннее и самый длинный. На упаковке заявлена длина 60, 80 и 100 сантиметров. То есть в наборе вы найдете спицы длиной 100, 80 и 60 сантиметров. Обратите внимание, если измерить длину кабеля, она будет меньше. Вот у нас около 39 сантиметров. Потому что длина считается общая, спицы и кабель вместе. Вот, пожалуйста, с металлическими спицами длина 60. Ну, на моем случае почему-то 61 сантиметр. Вернемся к заглушкам. Они также с резьбой легко накручиваются на кабель. Вот таким образом. Что мы получаем? Ну, например, разъемные спицы, то есть две отдельные спицы, очень длинные благодаря тросику. Второй пример. Допустим, у вас есть работа на спицах, и вам понадобились для чего-то эти спицы. Тогда мы просто откручиваем их и закроем концы троса заглушками. Все, наше вязание надежно закрыто и не соскочит. Также можно менять сами спицы на другой номер, например, не перекидывая петель. Кроме того, к каждому набору тросика и заглушек идет проволочная закорлючка, кое является ключом. Этот ключ призван помочь вам откручивать и закручивать спицы или потуже их затягивать. В каждом наконечнике на тросике есть сквозное отверстие. Вот мы видим, когда просовываем ключ, то мы видим, что он насквозь проходит через эту заглушечку. Вставляем ключ, и вот таким образом как бы легче получается держать этот трос, то есть рука цепляется за этот ключик. И когда проворачивается, ну, меньше скользит, ну, тому подобное. Можно упереться пальчиком, например, ну, как кому удобно. Ну, мы прекрасно обходились и без этого, но если нужно будет, теперь вы знаете, как это работает. Напоследок сравнение спиц Knit Pro со схожими обычными спицами на леске, No Name, китайские. Вот две спицы, слева Knit Pro, справа китайские спицы No Name. Как видим, кончик спицы у Knit Pro чуть более острый и зауженный. Стык лески и спицы у китайских спиц вообще ужасный. Там нитка очень часто цепляется, кроме того, леска бывает, что ломается. У Knit Pro этой проблемы нет. И самое важное, леска, смотрите, какая она жесткая и скрученная, очень неудобная. Чего не скажешь о мягком и податливом кабеле спиц Knit Pro. Итак, мы просмотрели весь наборчик. Надеюсь, обзор вам понравился. Вязать этими спицами очень легко и очень удобно. Сами спицы легкие, руки, когда вы вяжете, не устают. Вот, и что еще хочется отметить, что приобретая этот базовый набор, вы на самом деле получаете не 3 набора спиц, не 3 пары спиц, а 9. Потому что все кабели и спицы, они друг с другом совместимы. То есть вы берете спицы 4 мм, и к ним подходит кабель и 60, и там, 80 сантиметров. То есть вы получаете спицы 3 длин, если так можно сказать. То есть 3 варианта размера спиц по каждому номеру. То есть и длинная для большого изделия, и короткая для шапочки, там, для горловины или для вязания рукава. В будущем вы можете докупать только металлические части другого диаметра, они продаются отдельно. То есть тросики у вас уже есть, 3 основные длины.
Вам останется докупить, если захотите, спицы металлические диаметром 2-3 мм или больше, чем 6, там 7-8. Вот такие замечательные спицы. Наш обзор закончен. Ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал Маховка, чтобы не пропустить наши новые видео. Пока!